Итак, приделал свой сустейнер на акустическую гитару. Получил весьма занятный эффект. Значит, сначала просто пропускаю через цепочку эффектов с компрессором. Просто в некоторых местах струну достаточно только тронуть, даже вот не дергая. Она заводится тут же. Дальше можно добавить, допустим, дилей. То есть сейчас звук идет исключительно от гитары. То есть вот слышно, я вот говорю, а при этом эхо идет. То есть это никакой постобработки. При этом есть еще и sustain, то есть фидбэк. Можно отключить, то есть поставить у эффекта дилей микс на 100%, то сюда идет только дилей. То есть совершенно не приходит сюда сигнал, то есть sustain не будет. Так, нет, тут все-таки есть, даже от дилея заводится на этой ноте. Интересно. Ну, можно также добавить овердрайв, тогда sustain будет покруче, звучать гитара уже будет, ну, совсем, не совсем по-акустически.
соответственно, если это все выключить, можно даже играть просто аккордами, и будет классный эффект. Но эта нота вообще не состоится. Что есть, что нет. Хотя открытая вторая нормально. Акустическая гитара превращается в какой-то нереальный, вообще сюрреалистический, можно сказать, инструмент. То есть вот простые вещи я сейчас играл Лёня. Вообще, ну, совершенно все фантастическое. Космические звуки даже из акустики можно извлекать с этой вот штуковиной. Можно добавлять сюда, в принципе, любые эффекты. Например, сейчас я пробую быстро сюда воткнуть реверберацию. Какую-нибудь мощную, какой-нибудь там большой холл. О! Класс! Ха! Классно, вообще классно. Интересно, если мы уберем входящий сигнал, ставим только реверберацию, а чем сама заводится? Thank you.
другой инструмент. Вообще полностью другой инструмент.